В Чебоксарах определили чемпиона России по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри среди женщин. О триумфальной победе и жестком падении Ольга Пырочкина. Считанные секунды до главного старта сезона. На кону звание чемпионки страны. Под номером 51 в бело-красном костюме и с алой помадой Ирина Калентьева, которая претендует не только на золото, но и на звание самой красивой женщины в велоспорте. Впереди 6 кругов в 4,5 километра по пересеченной местности. Уже на середине первого круга определяется тройка лидеров. Однако интрига будет сохраняться до самого финиша. Трасса расположена таким образом, что наблюдать зрители могут только на нескольких участках. Все остальное время родные спортсменов волнуются в неведении. Поддержать чувашскую гонщицу Кристину Ильину приехала вся семья. Покажи свое место. Она молодая еще? Сколько? 19 лет. Так, почему отдали в маунтинбайк, в велосипедный спорт? Ну, чтобы здоровье было, чтобы она занималась так нормально, чтобы так по клубу не ходила. За еще одну представительницу Чувашии, Ольгу Терентьеву, болеет мама. Вторая идет она пока. Я рада за это, за вторую тоже. О. Как так получилось, что она пошла в велосипедный спорт именно? Ну, она рано пошла, 13 лет. Ну, конечно, я против была, но она сама захотела так. Почему против? От меня рано ушла она. 13 лет ушла ведь. Совсем ребенок была. Ирина Калентьева с супругом большую часть времени живут в Швейцарии. Ее муж старается не пропускать ни одного старта. Вы приехали в Россию специально? Специально на гонку и чтобы встретиться с семьей Ирины. Пока мы общаемся с родственниками, девушки выходят на последний круг. Первой финиширует Ирина Калентьева, или как ее теперь называют, старый новый чемпион России. Как сегодняшняя дистанция? Все-таки мы поняли, что вы сразу оторвались, или все-таки наступали на пятки соперники? На втором круге оторвалась и ехала как бы своим темпом и контролировала. Но все же расслабляться не было, времени даже не было, да, даже ни одной секунды. Второй приходит Ольга Терентьева, а за третьи и четвертые места развернулась борьба, какой не ожидал никто. Несмотря на падение, бронза у Веры Медведевой. Это борьба, это спорт, так бывает часто, потому что, сами знаете, все хотят медали, и вот это была борьба за медаль. Чувашские девушки заняли весь пьедестал. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.